Эй, всем салют, дорогие друзья! Добро пожаловать в игру «Растения против зомби» Blood on Plants. Мы продолжаем смотреть и играть в новейший хардкор мод. Всем приятного просмотра и приятного аппетита. Значит, Влад здесь выкатил какое-то новое обновление. Давайте посмотрим. Сони как Зе, как всегда, по классике жанра. И так, значит, у нас здесь Египет. И, соответственно, боже мой, нас ждет самая настоящая боль, дорогие зрители. Так, что мы возьмем в этот раз? Наверное, вместо вишни или нет? Я даже не знаю, сейчас уже у нас выбор побольше тут в плане растений. Так, ну, живуна мы обязательно возьмем, так что давай-ка вместо морозного горохострела вот так, короче, выберем, и все, битва началась. Опять же, так, тут у нас что, одна волна, дорогие зрители? Но сейчас будет очень-очень непросто. Потому что нам подкинули гаргантюа, гаргантюа. Я очень не хочу с ними сталкиваться. Вообще в каждом уровне эти гаргантюа присутствуют. Но вот я больше всего боюсь вот этого гига-гаргантюа, который обещает быть очень-очень суровым. Ну, как я уже в прошлой серии говорил, чтобы его убить, нужно использовать две картофельные мины и вишню. Либо, например... две вишни и картофельную мину. Ну, неважно, короче, нужно три взрыва, чтобы все это сработало. И, в принципе, короче, давай выставлять подсолнухи. Так, хорошо. Ай-яй-яй-яй, пожалуйста, нет. Давай-давай-давай, бах. Все, вот это идеально, просто идеально. Так. Вот сейчас загрузится следующая мина, я ее, опять же, на то же место поставлю. Точнее, чуточку поближе поставлю, вот сюда. Так, все. Отлично. Так, нам главное, дорогие друзья, газонокосилки не профукать, потому что если газонокосилок не будет в финальной волне, то это гейм-овер. Так... Отлично, минка загрузилась. Так, здесь мы орешек поставим. Блин, опять эта полоса идет, как всегда. Морозильная. За этим ледяным грибом. Ну, если кто не в курсе, то, короче, там нельзя ставить вообще растения. Просто вообще никак. Так, давай-ка сюда жгуна. Так, поставлю тут еще горохострел. Ага. Короче, пусть два ряда горохострела и потом жгуны. Дорогие зрители. Так, ну сейчас уже скоро будет волна, поэтому... Ай, так. В смысле, ты не ешь его? Почему ты кусаешь? Почему ты кусаешь? Вопрос. Не-не-не, ты должен был сожрать. Как так? Ну, блин. Жалко. Профукали живуна. А он стоит недешево. Кстати, дорогие друзья, всех хочу поздравить с наступающим, либо уже наступившим Рождеством. И опять же, скоро Новый год, поэтому праздники, праздники нас всех ждут. И да, и нужно что-нибудь придумать веселенькое на праздник. Ну, обязательно, конечно же, какую-нибудь поздравительную тему. Ну, ладно, я не буду раскрывать подробности. В принципе, честно я скажу, эти праздники ощущаются, хочется спать. Я не знаю почему, наверное, потому что зима. Все время хочется спать. Так, давай-ка, короче, поставим хова еще здесь орех. И, в принципе... Вот тут живуна. Все. Живун, короче, кусает. Блин, жалко, что он не кушает зомбаков. Было бы так проще. Но даже вот эта функция необычна. Так. Отлично. Сейчас уже подступил. Блин. Уничтожьте его, уничтожьте. Хоп. Есть. Хорош. Хорош. Так, гаргантюа идут, дорогие зрители. Так, здесь минку срочным образом. Так, отлично. Все, короче, копим на вишневую. Дорогие друзья.
на вишневую бомбочку и... Вот сейчас должен произойти, давай, бах, бах, есть, отлично, так, и вот сейчас теперь вообще крайне опасно, черт, ай-яй-яй-яй, давай, хоп, давай, кусай, 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 кусай его, давай, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, бэм, как всегда, да иди ты нафиг, блин, капец, давит растения все, так, короче, давай, Минка, давай. Бах! В смысле? В смысле? А, во, готов! Готов, дорогие друзья! И мы получаем, соответственно, всем знакомый двойной горохострел, стреляя двумя горошинами за раз. Так, по идее, сейчас у него должна быть ускоренная функция. Ой, ну почему так все сложно? Блин, зомби с шестом. Там горохострел вместо башки. Ну черт, потом что еще? Зомби, кабачок, зомбот они, блин. Самая лучшая команда. Так, подожди-ка, я все-таки вот сейчас вот подсолнух. Вот сюда, вот удобно его. Вот слева. Ставить. И так, короче, давай-ка так. И... Живуна надо? Надо живуна или как? Ладно, короче, пофиг. Давай-ка так сыграем, я думаю. Горохострелы справятся. Черт, так, две волны. Так, хорошо. Значит, сейчас... В первую очередь тут горохострел. Так, давай-ка, давай-ка, еще солнышки. Пока этот зомбак там не дошел. Так, короче, давай-ка тут. Ага. Хотя я хотел мину поставить, но уж ладно. Так. Отлично. Ну, конечно, Гига Гаргантюа это вообще жесть, дорогие друзья. Пока это самый сильный зомби. Хотя вот мы сейчас посмотрим, как будут действовать зомби из зомбота. Не вот этот зомби с шестом, потому что это тоже очередной напряг. Так, пока что все идет вообще идеально. Как бы идут обычные зомби классические. Нам ничего не угрожает, дорогие друзья. Так, давай-ка хобам. Все, сейчас будем ставить потихонечку, потихонечку... стена орешки. Так. Черт, 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 черт. Зачем? Зачем? Нет, 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 нет. Так, короче, давай так. Блин, 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 уничтожь. Уничтожь. Задница такая. Посмотри, что ты вытворяет. Блин. Пошел нафиг. Блин. Офигеть, подсолнухи, вы оказались крепче, чем мина картофельная. Так, хорошо. Ну, пусть пока они постоят, потом мы их уберем. Главное нам сейчас, дорогие друзья, поставить горохострелы, горохострелы и только горохострелы. Так, короче, давай-ка я буду еще мины подкладывать, потому что тут какого-то фига не в тему могилы вылезают, так близко еще. К нашей команде растений. Так, давай-ка следующий, хоп. Отлично. Так, вот сейчас нам надо срочным образом накопить. Так. Блин, сейчас будет первая волна, дорогие друзья, готовимся. Так, зомби с дверью, это фигово. Так, давай-ка, короче, двойной горохострел. Так, во, ну все, все, тебе не сдобровать, зомби с дверью. Так. Отлично. Так, скорострел. Бум! Так, сейчас мы еще поставим скорострельчика. Так, давай, 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 хоба. Черт, подступает первая волна. Сейчас, наверное, какой-нибудь... Ну, там точно сейчас зомбота не поедет, да? Нет, 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 иди нафиг, иди нафиг. Иди нафиг, черт! Нет! Блин, убейте деда! Вот этого деда... Хрен ты такой, блин! Так, короче, смотри.
Блин, жрут, да уже убейся. Так, короче, пока он там не дошел, дорогие друзья, сейчас нам надо срочным образом, смотри, как, что мы делаем, давай. Взрыв, бум, так. Да блин, подкинь мне лишнюю солнышку, черт. Ладно, эх. Ладно, короче, нам главное сейчас здесь не, уже не профукать эти газонокосилки. Давай, плиз. Блин. И там сожрали, и здесь сожрали. Ну, черт. Капец. Неужели придется переигрывать? Вот если снова на этой полосе выползет какая-нибудь чушь, типа очередного гигагаргантюа, то это все. Да ну, все, убей. Есть. Хорош. Так, сейчас будет перепрыгивать, блин. Так. Давайте, горохострелы, вы должны справиться. Черт, подсолнух, уже загружайся, ну, пожалуйста, быстрей. Как фигово. Вот, понимаешь, вот в этом вся суть хардкора, что неизвестно, вот как в киндере-сюрпризе выпадет... какая-нибудь чушь, вот, с Гаргантюа, все это. Жестко. Просто жестко. И больше ничего нельзя сказать. Так, давай уже. Убивай. Блин, да... Прикол просто. Так. Сейчас, подожди-ка. Так, давайте, ну давайте уже, рожайте мне солнышки. Все, скорей. Короче, у меня появился план, пока первой волны нет. Нам надо срочным образом, дорогие друзья, срочным образом ставить туда мины. Только так мы сможем спасти наше положение, если там будет, ну реально, очень мощный зомби. Так, давай. Бац, есть. Так, мозги, да. Мозги. Я не отдам вам их. Так, короче, давай-ка сейчас. Блин. Сейчас, короче, вот черт, по лестнице забираются. Это жопа. Так, погоди-ка. Ага, все, отлично. Эй, в смысле? Что там произошло? Так, походу там был кабачок, да? И я его не доглядел. Так, короче, смотри, что у меня еще по плану. Сейчас, короче, мы туда прям максимально засадим минок. Чтоб прям никакой гаргантюа к чертовой бабушке не прошел. Черт! Волна. Так. Короче, я не знаю, давай вот здесь, тут... Блин! Так, спокойно! Спокойно, мы выживем, дорогие друзья! Так, сейчас главное останавливать! Черт, что вы там сделали? Боже! Какого хрена? Так. Ладно, пофиг, пусть проходят. Так, давай, короче, копим солнышки, давай мне, скорей. Давай, бах, еще одну, пожалуйста, еще одну солнышку. Давай, солнышку мне, пожалуйста, еще одну презентуй. Ты гонишь, ему не хватило, дорогие друзья, ему просто не хватило, я не понимаю, в смысле, это какой гаргантюа вообще тогда получается, ни хрена зашел в дом, зомби съел, ни хрена, боже мой, гаргантюа в полный рост туда это вошел, Дэйв, короче, просто тебе не поздоровилось. Офигеть! Понимаешь, у нас был шанс выжить, но... Так, короче, двойной все вот так. Ага. Все, короче, поехали. Офигеть! Не, ну по идее, смотри, вот мы всех убили, мы всех уничтожили, но только один гаргантюа остался, который...
который требует 3 мины и 1 вишневую бомбу. Либо наоборот. Ты слишком сильно. Ну за что так? Просто не могу я понять. Так, ну ладно. Сейчас постараемся пройти, дорогие друзья. Офигеть. Я в шоке. Тем более, это вообще просто такая ржачка. Вот Гаргантюа, блин. Вошел в двери. Так. Не, вспомни крыша. Вот если ты на локации крыша проигрываешь, то получается там зомби пролезает сквозь дымоход. То есть вот эту трубу каминную. Интересно, а Гаргантюа туда поместится? Он типа такой пойдет. Я сейчас не пролезаю. Пора спускать чертенёнка. Хотя чертенёнка может не быть, но, короче, неважно. Это просто уже просто прикол. Так, давай грохострел сюда. Хватит грызть. Хватит грызть. Грызть, хватит. Плиз. Так, у меня идея появилась, дорогие друзья. Сейчас. Мы, во-первых... Блин. Даже не знаю. Короче, главное сейчас посадить горохострелы и посадить мины. Просто садить горохострелы и мины. Я хочу целый чертовый ряд мин. Так, давай. Блин. Начинается... Очередная Кузькина мать с этим зомби с дверями. Так. Давай. Еще есть. Все-таки, смотри, вот лучший морозный горох, потому что 225. Там 250. Ну, видишь, пока ты дождешься следующую солнышку. Короче, тут важно по времени. Как бы важно вообще, дорогие друзья, не медлить ни в коем случае. Так. Ну, я в шоке. То, что Гаргантюа нужно сколько там дохрена мин и бомб, это просто нечто. Так. Давай. Есть. Бум. Бум. Ай, блин, могила вылезла. Так. Сейчас, короче, на всякий пожарный вот так поставим подсолнух. Короче, у меня в планах, дорогие друзья... Сейчас еще пораскладывать здесь подсолнухи просто на карте. Во-первых, это хоть как-то чуть-чуть замедлит зомби на какую-то секунду. И во-вторых, мы сможем получить еще дополнительные солнышки. И, в принципе, наш план по захвату этого уровня осуществится. Так. Короче, давай-ка на замену здесь. Я буду прям ставить вот так. Все буду ставить. И орехи просто в разнобой. Всякие разные растения. Лишь бы помешать зомбакам пройти туда. Давайте. Скорее. Бац. Стреляйте. Так, первая волна. Так, две могилы. Это значит, где-то там будет Гаргантюа, скорее всего. И это уже очень напрягает, по идее. Так, еще сейчас подсолнух сюда. Блин. Короче, давай-ка заменять горохострелы. Просто на уже ледяные, чтобы максимально замедлить зомби. Так, ну ладно, это не страшно. Это не страшно, дорогие друзья. Вот это вот жопа не страшная, в принципе. Сейчас мы быстро справимся. Давай, бац. Просто вот так лучше вырубить. Черт, замботани. Так, здесь давай вот так. Так, давайте. Черт, давит растение, ну. Давайте. Неужели, что ли, раздавит все это? Ну! Нет. Давай. Бац. Черт. Так, ну все-таки хорошо, что я положил мину, дорогие друзья, потому что, ну вот все, вот видишь, что? Я так и знал, что вот что-то подобное вот будет, вот правда. Я так и знал, что что-то подобное здесь произойдет.
Вот это вот... Блин. Давай. Хоп. Чёрт. Да заглохни уже там. Так. Так, еще сейчас подсолнух. Чёрт, где? Чёрт, снова по этой полосе? Это просто прикол. Так, короче, сейчас вот солнышко. Еще солнышко. Все, давай. Давай. Так. Не знаю, мина не успеет. Не успела, блин. Ладно, ничего, у нас там есть. Дорогие друзья. Блин, а уничтожь. Уничтожь этого засранца, так. Так, короче, по идее, сейчас должна мина сработать. Хорошо, давай. Бум! Есть! Вот это другой вопрос. Так, давай-ка здесь. Так, отлично. Так, сейчас сюда, на всякий случай, подсолнух. Так, зомби штурмуют, дорогие друзья. Капитально штурмуют. Так. Сейчас еще что-нибудь придумаем. Так. Окей, я не буду рисковать здесь. Так, лучше просто поставлю, блин. Старикан. Старикан, старичок, боровичок. Пожалуйста, уйди, не порти мне здесь тусу. Ай-я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 й. Портит и все, ты... Ай, давай, мина, бац! Блин, мина, ты просто клевая. Я тебя обожаю. Так, ты давай-ка там. Хоп! Ага. Все. Так, на замену. Мина. Отлично. Так, хорошо. Так, вот как загрузится сейчас, дорогие друзья. Так. Короче, давай-ка сюда. И вот сейчас еще стена орех. Давай, хоп. Отлично. Так, приближается большая волна зомби. Так, опять этот зомби-хипстер. Ё-моё! Блин, подожди, а что там происходит с Йети? Другой зомби-Йети. Заметьте, Гаргантюа нет. Ну вот это нам повезло просто. Так. Так, давай-ка. Ага. Все, идеальный план, дорогие друзья. Походу, мы вообще даже ни одной газонокосилки здесь не потеряем. Такое ощущение. Так. Да, я уже чисто буду ставить тут. Какие-нибудь растения еще. Так, вот сейчас разделаются вот с этим. Давай. Хоп. Отлично. Ага. Так. Ну, все, в принципе, дорогие друзья. Мы это проходим. Мы это проходим и получаем записку. Так, что же нам там скажут? Здравствуйте, мы собираемся напасть на ваш дом. Искренне ваши зомби. Хорошо. Хорошо, боже мой. Блин, сейчас будет... Ну хорошо, давай сыграем. В рулетку. И да, нехорошо то, что там был зомби с газетой. А так все хорошо. Так. Блин. Короче, давай-ка сейчас чисто будем ставить вот так растения. Потихоньку. Так, я сразу здесь буду много ставить. Ну, как бы, прям наполовину карты развернусь. Так. Отлично. Отлично. Растений будет много, дорогие зрители, поэтому место нам понадобится. Так, вишни мы сохраняем обязательно. И, соответственно, погнали сюда грохострел и... Так. Отлично. Блин, я обожаю вот эти уровни, знаешь, рулетки, вот это все вот эти бонусы.
Потому что только в них можно слегка чуть-чуть расслабиться, передохнуть как-то. Потому что остальные, дорогие зрители, уровни, там придется готовиться всегда. Так, всегда придется подготавливаться. Каждому левелу тактику составлять какую-то. Так, хорошо, давай, жувастика еще мне, пожалуйста, подкиньте. Так. Окей. Так, все минки на задний план, короче. Чтобы газонокосилки были в безопасности. Все-таки у нас здесь две волны. Блин, спасибо, блин, за отличных зомби, которых я ненавижу. Вот именно вот этот. Ну, правда, вот с головой ореха они сильные такие, дорогие друзья. Так, короче, давай-ка там еще вот. Ага, все. Будем сейчас ставить прям по максималочкам. Так, короче, давай-ка на замену. Так, обычные горохострелы. Так. Ладно, короче, давай-ка так. Блин, не смей минуту уничтожать мне. Так, они и так в редкости. Так, Майкла Джексона убейте! Блин, все-таки успел он вызвать тут свою, блин, техподдержку. Так, окей. Блин, живуна одного дали, дорогие друзья. Нам не хватает живунов. Так, короче, давай-ка здесь. Прям максимально будем засаживать растениями тут все. Огонь. Короче, нам надо просто ставить растения. Так. Здесь минку на всякий пожарный. Так, ну, в принципе, первая волна вообще была легкая. А это значит, дорогие зрители, что во второй волне будет какой-то сюрприз, возможно. И точно нам подкинут какого-нибудь непростого зомбака. Так, хотя вот этот уровень будет по плечу, если все газонокосилки опять же сохранятся. Так, ледяной. Так, ледяные, это хорошо. Так, короче, чтоб, смотри, чтобы могилы не... Блин, вот выросло все-таки там. Так, да ну тебя! Плиз. Ага, так. Главное нам самим засадить побольше места, чтобы вот, правда, эти могильники не разрослись. Так, отлично. Вот видишь, все, там пропало растение, все, пустая клетка чуть-чуть постояла, и вот, привет, короче, этот... Могильник хренов. Вот-вот, опять то же самое. Тут реально идет борьба прям за место, дорогие друзья. Так, хорошо. Блин, ну тебя еще тут не хватало. Давай, пошел нафиг. Хоп, отлично, успел. Так, короче, давай-ка сейчас вот сделаем кое-какую штучку. Вот так, минками все там зафигачим. И все, ждем, дорогие друзья, ждем. Так, хоба! Есть! Слушай, ну нам сегодня прям везет, Гаргантюа мы больше не встречаем. Так, отлично. Бум! Давайте, взрыв! Так, короче, чтобы их долго не заставлять ждать, еще взрыв, и взрыв, и мы выигрываем грибок, дорогие друзья. И что же нас ждет? Конечно же, мы уже понимаем, что... Вау! Привет, кот, эти зомби не дают тебе прохода, да? Скоро ты узнаешь, что сражаться с зомби ночью сложнее, чем днем. Ты не сможешь получать солнце с неба. Но ты по-прежнему можешь получать солнце от подсолнухов. И тебе еще повезло, что у тебя есть спор-грибы. Сажай их как можно больше и не пропадешь.
Вау. Офигеть. Локация будущее. Я в шоке, дорогие друзья. Короче, на этом мы пока закончим, потому что у нас уже локация ночь, а это значит, что... Да, это уже новая лока, новое все, новые зомби и не только. Ну и серия у нас все-таки уже прилично вышла, я затягивать не хочу. На этом все, дорогие зрители, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, делиться этим роликом, ставить большущий палец вверх. С вами был Кот, всем удачи, всем бай-бай.